Если ты сын Божий, бросься со скалы. Гребаные ангелы твоего отца поймают тебя. Как смеешь ты испытывать Бога? Вот твой ответ. Тебе придется умереть за людей, за тех, кто презирает тебя. Но с моей помощью, дорогой брат, ты обретешь невероятное могущество. Ты даже представить себе не можешь, как я страдал. Я все равно уничтожу тебя. На моей руке черепа всех пророков и богов. Люди признали меня своим богом. Я отец всех вселенных. Я учитель Творца. Я тот, кто всегда рядом. Я твой слуга, царь рабов.